Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня очередной осенний дизайн. Сейчас деревья очень красивых, невероятных, дивных, сказочных оттенков. Это не может не вдохновлять. Мне очень нравятся каштаны, поэтому сегодня их и нарисую. Дизайн буду выполнять материалами от Patricia Nail. И вот эти оттенки понадобятся. Номер 810 из коллекции по имени Солнце. Очень красивый, яркий, действительно солнечный цвет. Знойный полдень из коллекции Времена года. Номер 26 из коллекции «Кошачий глаз. Туманный бриз». Мне больше нравится эффект на черной подложке. Ссылку на интернет-магазин Patricia Nail будет в описании под видео. У Patricia Nail огромный выбор продукции и новиночек. Обязательно проходите и выбирайте. Гель-лаки хорошо пигментированные, плотные, не полосят, отлично наносятся и комфортные в работе. А я перехожу к дизайну. Ногти подготовлены, наношу базу выравнивающим слоем. Хочу нанести кошку, поэтому подложку делаю черным гель-лаком. Достаточно одного слоя, поэтому сразу выравниваю кутикулы. Очередь кошки. Выравниваю кутикулу, чтобы при отрастании не было черной полоски. Теперь к дизайну. Белым гель-лаком рисую подмалевок. Листики каштана. Рисуется очень просто. Рисую капельку, большую вытянутую. Рядом с двух сторон еще капельки, но поменьше. И еще капельки поменьше. Теперь понадобится алый цвет и желтый. Немного алого подмешиваю в желтый, получается оттенок оранжевого, очень похожий на окрас осенней листвы. Разукрашиваю листья. На ногте среднего пальца я нарисовала ветку и свисающие два круга, будущие каштаны. И аналогично лист, только часть на ногте среднего пальца, а вторая часть на ногте указательного. Еще чуть-чуть алого подмешиваю в имеющуюся смесь. Закрашиваю более насыщенным оранжевым серединку листа и по центру каждую часть закрашиваю. Немного растушевываю. То же самое сделала и на втором листике. Подмешиваю коричневый в алый, наношу этот цвет по краю и немного растушевываю.
То же самое сделала и на втором листе. Коричневый подмешиваю в желто-оранжевую смесь, закрашиваю каштаны. Чистым коричневым закрашиваю ветку. Коричневым затемняю нижний каштан под верхним. И верхний под нависшим над ним листиком. Растушевываю переход. Черной гель-краской прорисовываю прожилки. Прорисовываю ветку. Каштаны обвожу. Обвожу листья у середины. На каштанах ставлю черные точки. Перекрываю все ногти топом. Белой гель-краской без липкого слоя прорисовываю. Делаю более контрастную веточку. От края прорисовываю листья где-то до середины. Линии неровные, а стараюсь сделать их рваными. Такими вот волнистыми, что ли. Каштаном рисую маленькие тоненькие иголочки. И вот результат. Надеюсь, вам понравился мой осенний дизайн. Добавляйте свои варианты дизайна в соцсети под хэштегом #itsmynail. Я всегда с удовольствием смотрю ваши работы. Ставьте этому видео лайк, если оно было вам интересным. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!